Всем приветик! Я сегодня решила снять видео вот возле своей елочки. Правда, она уже немножко такая, знаете, пошарпанная. Постаралась Милочка, она постоянно скидывает игрушки с нее, ей мне приходится опять вешать, это дождик постоянно. Один раз даже она вот потянула за игрушку, тянула, и эта елочка прям упала, хорошо, что не на нее. В общем, приходилось опять ставить, опять все это наряжать. В общем, она у нас такая немножко уже подерганная, вся пошарпанная. Вот спасибо большое всем за комментарии, за мою прическу. Видите, у меня еще немножко она сохранилась. Делала, кстати, еще в субботу. Вот, и сегодня понедельник, у меня еще чуть-чуть держится, еще все нормально. Я, правда, сейчас уже волос поджирнил и использовала свой сухой шампунь. Все классно, очень довольна, вроде как только-только сделала. В общем, мне самой понравилась очень тоже прическа эта, я ее уже давным-давно делала, года, наверное, 2 назад вот так. И вот решила что-то обновиться немножко, думаю, сделаю причесочку. Вот, самой понравилось, в общем, говорю, может, иногда буду уже почаще делать, если будет настроение и будет время, потому что очень много времени на это уходит. В общем, спасибо большое, девочка, за комментарии. Так, хотела немножко также ответить сегодня на вопросики, которые вы задавали. В общем, такой вопрос, думаем ли мы вернуться в Украину? Нет, вы знаете, не думаем. Вот, и говорила уже, у меня Дима 20 лет уже здесь живет, как-то все устаканилось, и возвращаться в Украину, чтобы начинать все сначала, знаете, уже как-то, нет, в Украину, ну, не думаем собираться, хотя как жизнь повернется, мы не знаем, да, всякое может случиться, это такое дело, вот, так что не, в Украину не думаем, хотя у меня, знаете, был такой момент, когда немножко такая депрессия, так скажем, нашла, ну, потому что, знаете, когда дома сидишь с детьми, нигде особо не выходишь, вот, и скучно, и как-то, и все родственники у меня в Украине, я очень такая, вообще, я домашняя, и я очень скучаю за своими родными, и меня вот такое что-то было нашло, я Диме говорила, все, давай, все, уезжаем в Украину, там все родные, я хочу назад, все, он, в общем, он меня успокоил, уговорил, говорит, все, успокойся, в общем, привел все за и против, вообще, почему, зачем вообще возвращаться, и что и здесь, в общем, я успокоилась, все нормально, не, в Украину мы возвращаться не думаем. Так, отвечу сразу же уже здесь на вопросы, сколько лет моему Диме спрашивали, вот, мне кажется, это для многих будет удивлением, потому что столько, сколько ему лет, ему никто не дает. Ему 41 год, вот в марте месяце ему будет 42. Да, у нас большая разница, у нас 15 лет разница в возрасте. Сейчас. Вот, и у нас 15 лет разница в возрасте, но мы ее совсем не чувствуем. Он у меня красавчик, молодой, спортивный. В общем, вот так вот. И поэтому, да, он живет в Германии с 94 года. Вот, так что посчитайте, сколько это, да? Вот, и вы знаете, тоже вот к предыдущему вопросу, да, вот, конечно, мы в Украину, ну как, представьте себе, да, человеку 42 года, ехать в Украину и что-то там искать все сначала, конечно, здесь уже и связи есть, и все, да, вот так вот. Так, дальше вопрос. Планирую ли я выходить на работу? Вот, и какие работы у меня... А, и спрашивали рассказать вообще, где я работала, да. Да, планирую выходить на работу. Конечно, Мила пойдет в садик, и будем смотреть. Конечно, не думаю, что на полный день. Вот знаете, здесь есть, называется, базис. Это 3 раза в неделю можно работать до определенного времени. Я думаю, скорее всего, так, потому что, ну, сами понимаете, маленькие детки ходят, когда в садик, кто-то болеет, да, и надо дома оставаться, потому что... родственникам нету на кого оставить ребенка, вот, когда ребенок болеет, да, надо самой оставаться. Также нету возможности, например, нанять бебиситтера, да, вот няню, потому что, ну, у нас такие, вы знаете, расценки тоже, на что я буду меньше зарабатывать и отдавать больше денег, получается, я буду выходить в минус. И смысла нету, да, вот, так что я думаю, я не на полный день буду выходить, скорее всего, на базис. Вот, также... Дальше вот спрашивали, что работа для меня, самореализация вне дома или желание помочь мужу обеспечить семью. Вы знаете, скорее всего, самореализация, вот, и потому что
слава богу, у нас Дима зарабатывает достаточно, как бы хватает, чтобы обеспечить нашу семью. Вот, он мне вообще говорил, я хотел бы, чтобы ты сидела дома, вот, и смотрела за домом, все, да, за детьми. Но вы знаете, мне все равно, понятно, как любому человеку хочется общения с людьми, хочется как-то развиваться, да, вот, хочется как-то отвлекаться, развлекаться, так сказать, отвлекаться немножко от вот этого быта, от готовки, от уборки, от всего немножко надо все равно. Для меня работа это вот выходить, просто немножко развеиваться и самореализовываться как-то. Вот, так, дальше. Вот также спрашивали за мои работы, вот где я работала. Вы знаете, сильно вот я где-то там вот не работала. Вот единственное, что я год проработала в немецкой семье, когда вот жила в семье по программе АУПР. Вот, и потом, когда мы с Димой поженились, вот, получается, я забеременела почти сразу, и я ходила беременна, Маша родилась, да, и когда уже Маше исполнилось 2 года, вот, когда она пошла в садик, я вышла на работу, вот, и получилось так сразу, как раз еще месяц оставалось до садика, и мне предложили выйти на работу. Это было, ну, просто, знаете, убираться в доме. Один дом у меня был, и мне предложила наша знакомая, ей надо было уходить, это, ну, по контракту также было, да, вот, и как раз она мне предложила, я думаю, ну, почему бы нет, хоть какую-то подработку, конечно, думаю, тем более Маша вот через месяц идет в садик, вот, и мне пришлось этот месяц то подружке отдавать, то соседке отдавать Машу, вот, пока я бегала, вот, и потом Маша пошла в садик, и получилось так, что я вот через 2 месяца узнаю, что я опять беременна Милочкой, и получается, что я забеременела вот как раз, когда только вышла на работу. Вот, я проработала 4 месяца, пока позволяло мое состояние, мой живот, да, пока животика еще не было. Ну, естественно, потом, сами понимаете, когда убираешься, да, наклоняешься, этот дом был двухэтажный, мне надо было по ступенькам ходить, конечно, я переживала. Я такая вообще неуклюжая, могу упасть, вот, и я боялась, что я упаду, наврежу ребенку. Вот, и 4 месяца прошло, вот, когда у меня появился уже животик, мне было уже тяжело наклоняться. И все, я уже ушла с этой работы, и вот сижу опять дома с Милочкой, так что особо я вот так нигде не работала. Вот, также сейчас вот начинаются у нас каникулы у Маши, будут, получается, 2 недели. Вот сегодня она в понедельник еще пошла в садик, вот, и до 6 числа она будет дома. У нас спрашивали, если была ли новогодняя елка, вы знаете, здесь как-то нет вот таких утренников, вот как у нас, да, вот в странах СНГ, вот, и здесь делали какой-то праздник, даже родители не приглашали, сами воспитатели что-то там какие-то стишки рассказывали, печеньки они кушали, в общем, нету таких утренников, знаете, очень жаль, конечно, что такого нету, я просто вспоминаю, как у нас было, вот как у нас даже было, да, вот 1 сентября, там последний звонок, все такие наряженные, красивые, вот эта линейка, вот этот праздник, как-то все наряжались, с цветами шли, ну, прям чувствовался дух праздника. Также вот Новый год, утренник, да, вот елка. Я, кстати, тоже у нас, я вспоминала, что у нас дома никогда не было, может, один раз, по-моему, только, не было живой елки. У нас всегда была вот искусственная, ну, хотя я за это, да. И вот когда я, вот я показывала свою аромалампу, я накапала масло вот хвойного дерева, елки, так скажем, да, накапала масло, и Илка, Илка сидит головой крутит, вот, я накапала в это масло, такой запах пошел елки, я вспомнила вот школу, у нас в школе ставили сюда или сосну, или елку живую, и вот когда заходишь в спортзал, где она стоит, и вот такой запах вот этой елки, я сразу вспомнила школу, прям такая ностальгия, да. Вот, говорю, очень жаль, что у них такого нет. Также, когда 8 марта, да, вот утренники в садике тоже, в школе. Вот жалко, конечно, жалко, у немцев почему-то такого нет. Так, и, девочки, покажу сейчас вот такую мелочь, как бы, да, ну, я считаю, это просто я немножко сказала неправильно, да. Я сама просто не знала. И вот это, помните, я показывала, купила детям вот такую мыться, да, вот такой гель. Я говорила, что это пенка, нажимаешь и вылазит этого пенка. Если честно, я так думала, я первый раз взяла вот такую штуку, и здесь написано, что душ und Badeschaum, да, что для, как бы для душа и
пена для ванны. Так, я почему-то подумала, вот, что это нажимаешь, вот есть такое, здесь мыло тоже детское, нажимаешь и сразу выходит пенка. Я подумала, что это пенка, просто думаю, скажу вам, что я сказала неправильно, здесь выходит гель, просто гель. Вот, и тоже можно мыть деток, и я так поняла, можно это также добавлять, как ванную, чтобы делать эту пенку, да, и в итоге я им сделала эту пенку. Просто подумала, что я сказала, может, девочки кто-то купит, и оказывается, что здесь не пенка выходит, а просто гель, не хотелось быть такой вот вружкой, да. Просто, девочки, я неправильно сама поняла и неправильную информацию сказала. Так, вот так вот. В общем, вроде бы все сказала, сейчас уже 4 часа, мне вот сейчас уже будем выходить с Милочкой за Машенькой, потому что до 4:30 ее надо забрать. Так что так, все хочу поздравить с католическим Рождеством. Вот, хочу пожелать всем здоровья, девочки, в первую очередь здоровья, счастья. Вот, чтобы все-все-все у ваших семьях был мир, спокойствие, счастье. В общем, чтобы у всех у вас все было хорошо. Все, всем пока!